для каждой гимнастки Владимир Быстряков подбирает музыку именно такую, которая соответствует их душе. И в этом сила киевских гимнасток. Теперь Александра Тимошенко выступает. Нельзя быть объективным. И у меня тоже своего рода инфекция. Я тоже становлюсь несколько субъективной. Но, на мой взгляд, никто не делает такие пируэты в этюд, как Александра Тимошенко. Она уже знала, когда выходила на площадку, что Оксана Скалдина получила 10 баллов. Ну, по-моему,